Внимание, внимание! Специальное предложение только сегодняшнего дня. Что такое цена красного цвета? Сейчас расскажу. Это предложение, которое действует только один день до 8 часов утра следующего дня. И максимальная скидка в данном случае вам точно гарантирована. В данном случае вы экономите аж 1300 рублей. Слушай, на эту стоимость можно купить что-нибудь, там, брючки или юбочку. Брюки, кстати, у нас за 999 рублей. Еще останется? Да. Ну что ж, давайте знакомиться с летним пальто. Ань, это палочка-выручалочка. Я не знаю, я никогда не выхожу из дома только в одной футболочке, даже если я знаю, что предвидится жара, потому что вечером может быть прохладно. Ты абсолютно правильно делаешь, Ольга, потому что летнее пальто всегда пригодится, особенно начиная с майских, летних, с майских, их уже теплых дней, и потому что утром у нас с вами даже в самый жаркий день с утра все равно прохладно, и к вечеру также становится холодно. Но хочу тебе сразу, Олечка, сказать, мне не нравится, что это пальто назвали летним, потому что посмотри, во-первых, мы с тобой будем носить его обязательно летом, и знаешь почему еще? Почему? Потому что здесь у нас с вами хлопок в составе, а это значит, что хлопковые вещи вы будете носить круглый год, потому что хлопок поддерживает комфортную температуру тела, а зимой будет согревать ничуть не хуже, чем шерсть. То есть получается, этот пиджачок был связан из хлопковых ниточек, милые телезрители. Я напомню, что самим связать такое просто невозможно. Я сама вяжу, я знаю, как это делать. И для того, чтобы была плотная вязка, боже мой, как нужно иногда мучиться. Не нужно мучиться, нужно звонить к нам. У нас самая выгодная цена, даже если вы захотите связать собственноручно такое пальто с содержанием хлопка, уйдет гораздо больше времени, во-первых, ну и, конечно, по финансам. Оно выйдет в 5-6 тысяч рублей. А у нас сегодня действует еще и максимальная скидка. Делайте свою покупку прямо сейчас. Самое время приобрести для себя летнее пальтишко. Кстати, как размер выбрать? Все-таки здесь у нас ткань трикотажная, да, ну, вязаная. А вот как четко, чтобы села. Олечка, мы здесь с вами выбираем именно свой размер. Это же российское производство. Это же фабрика «Заря». Тут надо обязательно петь. Ах, заря, заря, заря. Это будет позывной для вас. Как только мы с Анной Галкиной начинаем петь, это значит, нужно звонить. Значит, бренд «Заря», значит, специальное предложение дня. Договорились? Ну ладно, давайте без шуток посмотрим на наших девчонок, какие они размеры для себя выбирают. Они как раз выбирают именно свои размеры. Вот Люба у нас носит 48 размер, она и выбирает для себя 48 размер. Так что и вы, мои дорогие, смотрите, какой у нас есть размерный ряд от 46, кстати, до 60. Это отличное предложение. И выбирайте свой размер. Выбирайте свой размер и не прогадайте, это однозначно. Кстати, если сейчас заказать сразу два летних пальто, можно еще и на бесплатной доставочке сэкономить. Можно позвонить своей подружке, спросить, слушай, у тебя есть летнее пальтишко от бренда «Заря»? Она сразу скажет «нет», скажет «беру». Берите вдвоем и не платите ничего за доставку. Слушай, еще бы хотелось бы узнать. Смотри, у нас бывают солнечные дни, у нас бывают пасмурные дни, у нас бывают дождливые дни. Как нам будет в разную погоду, вот комфортно ли в нашем пальто? Да, Олечка, нам будет комфортно в нашем пальто. Здесь у нас с вами смесовые волокна, и здесь мы с вами можем говорить о том, что в любую погоду, будь то зима, будь то лето, будь то прохладный день осенний или весенний, в этом пальто будет комфортно. Хлопок, в составе которого есть еще и пан, он всегда будет действительно поддерживать комфортную температуру. Так, заглядываем вовнутрь. Все, ну, когда провязано. Мы говорим о бренде «Заря», здесь мы с вами, конечно, уверены просто в том, что качество здесь отменное. Посмотрите, ткань-то у нас отлично тянется. Вот он тот эффект растяжения. Посмотрите, и хорошо возвращается обратно. Ну и, конечно, мы должны быть уверены, что полы наши всегда будут в идеальном состоянии. Посмотрите, они-то не тянутся. Весь секрет в том, что у нас с вами есть специальная подкладочная ткань, которая дублирует подкладочные швы и строчки. И она как раз не дает тянуться. И в то же время не дает растягиваться петелькам. Это тоже немаловажно. Слушай, это здорово. А то, знаешь, у меня было один раз пальто такое трикотажное, где у меня вытянулась одна сторона, и я не могла понять. Думаю, что пуговицы, что ли, не хватает, что-то не так я застегиваю. Оказывается, растянулась некачественно. Друзья, у нас качество, у нас бренд «Заря», у нас летнее пальто «Осида», где все продумано до мелочей. Еще я хотела бы обратить внимание на точенные фигурки наших девочек. Прям такие плечи идеальные. Скажи, пожалуйста, неужели и эту фишечку продумал бренд? Конечно, и эту фишку бренд тоже продумал. Посмотрите, у нас здесь с вами есть подплечники. Мне очень нравится, что они не очень большие.
большие. Это не повредит дамам, у которых широкие плечи, но, по крайней мере, спасет тех, у кого покатые плечи, потому что форма вашего плеча будет точеная. А если и форма плеча у вас точеная, то, представляете, у вас и осанка меняется. Вы идете, приподнятые плечи, широко расставленные они, вы как будто бы летите, и осанка у вас более царская. Вот, да, если вы хотите распрямить плечи, если вы хотите почувствовать себя элегантной женщиной, звоните к нам, у нас есть для вас летнее пальто, которое будет и согревать вас, и в котором жарко не будет. Вспомните, когда надеваем куртки, вроде бы тепло, да, вроде бы хорошо, но когда чуть-чуть становится жарко или душно, или после дождя, знаешь, такая вот погода нехорошая, мы начинаем преть, нам становится жарко. В данном случае жары ощущать не будете. Мне очень понравились еще и пуговицы здесь. Расскажи, пожалуйста, про них. Пуговицы здесь у нас такое создается ощущение, что они деревянные. Мне очень нравится, что именно пластиковые варианты могут быть сегодня на таком уровне, как будто бы деревянная пуговица, да еще с резьбой. Великолепно смотрятся пуговицы и отлично подобраны. Да, кстати, пуговицы вот такие в магазине стоят, ой-ой, как дорого. Одна штучка 200 рублей. Лично заходила, мне просто интересно, сколько вот по отдельности будет собирать наши образы. 200 рублей одна штука, а здесь их раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть пуговиц! А у нас 2699 рублей с пуговицами. Готовое летнее пальто с содержанием хлопка. Слушай, ну вот что еще можно добавить? Ну вот как раз можно еще посчитать о том, сколько уйдет ткани на это, сколько уйдет нитей. Ведь пальто у нас весит так вот очень хорошо. Ты знаешь, весомое нельзя сказать, такое, что оно невесомое. Оно действительно такое увесистое. А это значит, что здесь ушло достаточно много ниток. И не только пуговицы здесь дорогие, а исходного материала уйдет здесь тоже очень много. Ну вот как эксперт, скажи, вот сколько приблизительно может стоить пальто, если мы будем делать, все-таки пытаться его делать вручную? Олечка, я думаю, что оно будет стоить ближе к 5000. Ага. А еще сколько времени мы с вами потратим? Ну, давай уж лето пройдет, а мы его еще не А мы еще будем вязать. Ну, давай поговорим о том, что здесь у нас с вами, как вы уже обратили внимание, совершенно разная вязка вверху и внизу. Это все дает нам то, что мы зрительно будем выглядеть более стройными. И, соответственно, эффект очень интересный. Вот такие буклированный верх переходит вот в такую вот интересную полоску. А, кстати, полоска нынче в моде. Да, и стройнет невероятно. Мне нравится, что здесь многофактурность такая присутствует в вязке. Если вам нравится летнее пальто, по-моему, оно очень освежает, оно молодит, оно легкое, практически не ощущается на теле. Звоните прямо сейчас. Асида ждет вас. Еще, вы знаешь, такой вот маленький вопрос. А когда мы выбираем для себя пальто, иногда мы не можем в пройме пролезть, если свитерочек поддеваем. Ну, погода-то разная бывает. Или руки трещать прям по швам начинают. Ну, я имею в виду, да, вот швы. Скажи, не случится ли так в нашем пальто? Нет, Олечка, здесь такого не случится. Мне очень нравится, что фабрика Заря предусмотрела все. И здесь у нас с вами на летнем пальто увеличенная пройма. Посмотрите, она прекрасно подтягивается, прекрасно будет себя вести, когда вы даже будете под него поддевать какой-нибудь теплый свитер, может быть, шерстяную водолазку, и вы будете чувствовать себя комфортно. С чем будем носить наше шикарное пальто? Ольга, здесь нет границ. Мы можем носить юбками, брюками, платьями, с чем угодно. Собирайте.